Подробности госпитализации, сраженной недугом талызиной. Актриса находится в одной из московских больниц. О том, почему Валентина Талызина оказалась под присмотром медиков, сообщила ее дочь Ксения Хаирова. Наследница артистки рассказала, что ее знаменитая мать обратилась к врачам из-за болей в ноге. Она опровергла информацию о том, что у Валентины Талызиной случилась ишемическая атака. По словам Хаировой, у актрисы все нормально. У нее там просто нога-коленка болит, цитирует дочь звезды театра и кино телеканал 360. О том, что знаменитость экстренно госпитализирована, стало известно 21 октября. Как писали шокирующие новости, 84-летней артистке ничего не угрожает, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. СМИ сообщали о том, что Валентину Талызину поместили в столичную больницу после жалоб на боли в области сердца. Уточнялось, что у звезды был микроинсульт. Для восстановления ей придется некоторое время провести в реабилитационном центре. Публикация фотографий из Инстаграм. Валентина Талызина известна по фильмам «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Старики-разбойники», «Большая перемена» и другим. Несколько лет назад стало известно, что внучка актрисы Анастасии поступила в высшее театральное училище имени Щепкина. До 14 лет девочка занималась балетом, но, получив травму, увлеклась сценой. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Яна Рудковская откровенно о разводе. Мои слезы не видел никто. Убьют, предсказана страшная участь замученного Зеленского. Оставьте дальнобойщикам, Собчак разнесли за жирные подмышки. Россиян ждут массовые увольнения. 15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом гран-при. И многое другое.